Ряды демпартии вновь переделили. Депутатов Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука исключили из политформирования. Решение приняло исполнительное бюро ДПМ. В сообщении для прессы отмечается, что Андронаки и Никифорчук уже давно не участвуют в заседаниях парламентской фракции и в деятельности партии в целом. Объявление последовало после того, как в пятницу утром Владимир Андронаки заявил о выходе из фракции, но при этом подчеркнул, что в формировании остается. Он объяснил свой выход несогласием с политикой руководства партии, назвав ее самой большой проблемой ДПМ. Андронаки утверждает, что весь процесс принятия решений внутри формирования контролирует группа меньшинства во главе с Павлом Филиппом. И действует она, по его мнению, исключительно в собственных и субъективных интересах. Депутат считает, что из-за Павла Филиппа ДПМ теперь не имеет веса ни в стране, ни в парламенте. Владимир Андронаки также заявил, что не намерен присоединяться к какой-либо парламентской фракции или группе. Он подтвердил свою поддержку нынешнему большинству в законодательном органе и правительству Иона Кику. При этом депутат заявил о готовности вернуться во фракцию ДПМ сразу после того, как партию или ее руководство покинут Павел Филипп и его так называемая группа. Кто в нее входит, Андронаки не уточнил. Исключили из политформирования и Евгения Никифорчука. Получить по этому поводу комментарий Павла Филиппа не удалось. На телефонный звонок он не ответил. В секретариате парламента для Публика ТВ подтвердили, что получили заявление Андронаки о выходе из фракции ДПМ. Узнать его мнение о решении исполнительного бюро Демпартии, а также Евгения Никифорчука не получилось. Они для комментариев были недоступны.